Привет всем! Знала про такие штуки, что они есть в природе. Просто, ну, думаю, зачем она нужна мне, когда есть телевизор Smart TV? Рассказал мне о этой штуке мой компаньон, с которым я работаю. Он просто приобрел такую и сказал, что можно смотреть любые фильмы онлайн, бесплатно, там даже которые выходят свежие. Плюс там есть компьютер, там типа как для телевизора. Ну, подключайся к телевизору обычному, к любому. Ну, я вот нашел в интернете, просмотрел характеристики на, по-моему, Алиэкспрессе. Вот его приобрел, Android 9.0, купил его. Стоит он там что-то 2800. Приехал, джойстик игровой в комплекте есть. Все, его получил, пока еще отзывы не ставил, подтверждение, что не проверил еще. Коробка пришла, причем пришло в течение даже меньше месяца с Китая. Ну, помята коробка, не знаю, я вскрыл эту упаковку. Провод лежал отдельно в пакете. Smart TV Box. Получается Wi-Fi поддержка 2.4G, дробь 5G. Памяти получается у нас ROM 64, RAM 4 гигабайта. Ну, процессор какой-то, не знаю, я про них не читал, что за процессора. Мадничина, все. Коробка мята, надеюсь, все будет рабочее. Сейчас просто сделаем обзор, посмотрим, что внутри. Еще одна коробочка. Такая вся. Почта наша Россию там не щадила, не жалела. Ну да, вот такая штучка была на фотографии на Алиэкспрессе. Вот тут даже есть эта наклейка, не знаю, отрывать или не отрывать, защитная. Что-то здесь какая-то, может, название должно быть какое-то. Индикаторы, наверное, какие-то будут. Слушай, ну легкая, блин, такая. Что там за разъемы? Так, у нас что-то здесь сишка, питание, HDMI, так, линия, сеть, оптика есть и AUX, AV. Угу, AV-шка еще есть. О, два разъема USB-шки. 1.3.0 синего цвета. Да, 3.0. И... Интересно, 2.0 можно подключать? Да, должно быть. И разъем под карту. Ну, под, я читал, что можно подключать внешний жесткий диск. Жесткий диск подключать можно внешне. Угу. Так, там что получается... Модель, ну, в принципе, питание, да. Серийный номер. Слушай, ну, блин, легче телефона. Ну, Android 9.0, там, что, посмотрим, тут что есть. Так, блок питания есть. Сколько, кстати, вольтов получается там? Питание идет 5 вольт, 2 ампера. Ну, довольно, может быть, и неплохой блок питания. Да, я заказывал обычный пульт для управления телевизором. Классический, как обычно, там, громкость там. И взял игровой джойстик. Не знаю, тут... Там вот с подсветкой RGB, то есть можно менять подсветку там всей клавиатуры там. Тут я даже не знаю, что такое, я думал, здесь какой-то экран будет там, типа TFT что-то или там. Левое, правое. Что-то одно касание, два касания, что-то. Может, может быть какой-то этот. А три касания, да, три касания или три пальца? Три пальца положил, наверное, может что-то палец, два, три, что-то. Да, ну да, L, лево, право, что-то там, вверх-вниз, что-то такое. Угу. А, ну два пальца, это прокрутка вверх-вниз. Кстати, клавиатура уже, что, у нас русский язык сразу, да? Ну, так же, в принципе. Прикольно. Это что, мышка такая, что, мышка как-то рисунная? Нет, это скролл мышки. Точно. Наверное, еще пальцем вводишь, наверное, может там двигаться. Надо пробовать. Прикольно. И читал, что она подходит к телевизору, там, к телефонам, ко всему. Вот. Причем наш телек вот этот древний, сейчас вот Android, который я покупал уже лет 10 назад. А, поддержка 4К. 3D, 3D HD, 4K, там что-то 2K, вот, то есть и вроде как разрешение. То есть такая штука охеренная, что большое разрешение будет на телевизоре. И смотреть фильмы можно с большим разрешением. Короче, не знаю, сейчас мы будем пробовать вот на моем древнем телеке, сейчас который проверим, подключим. HD, TV. А, вот, я вот про что и говорю, что вот получается клавиатура подходит Xbox, PlayStation, мобильные телефоны, 2,4 ГГц получается, если есть у вас там какая-то, что там у нас получается, еще есть Android TV Box, если iPod там и что-то еще, что-то такое, не пойму. Просто что-то там. TV. Ну, то есть, подключает эта штука каким-то образом. Угу. Клавиатура. Ну, у меня Сонька есть, можно Сонька просто замоделить ее. Ну, все, будем сейчас. Короче, сейчас отрубимся, подрубим все. Будем сейчас... Это? Женить. Сращивать будем телек 10-летней давности и посмотрим, что получится. Сейчас пока отключаюсь. Так, ну что, подключился? Все, запитали систему. Оказалось, все исправное, нам просто повезло. Может, все-таки там как бы по отзывам нормально все. Он все запустился. Воткнули прямо передатчик на клавиатуру.
Здесь, кстати, touchpad, как он, touchpad работает как на ноутбуке, также все, там удар туда-сюда все входит. Законнектили с Wi-Fi, проблем не было, там какие-то приложения стояли, там Play Market, все стоит, все работает. Зашли в YouTube, то есть у нас все поезд, все работает, все есть. Так, и что у нас? А телек, я говорю, у нас древний, уже 10 лет, на нем ни смарта, ничего нет. Так, как мне передвинуть, получается, подожди-ка, мне надо передвинуть, да? Мне надо уйти направо. Так, как разобраться вот с этой мышкой? Раз, а, вот, все, вот нашли. Тут уже не наше пошло. Вот он. Вот у нас есть съемки, заскочил к серому. Ну, что, заходим, окей, да? Фу. Не, надо привыкать, конечно, к клавиатуре, ну что. В принципе, я думаю, что полчаса делов, можно с ней ознакомиться и, как говорится, придрочиться. Ну, тут дело не в этом, дело, может, в интернете? Да не, нет, что, нормально все. Так, сейчас что-то... На телефоне выглядит повеселее. Да ну что нам нужно, может, браться? Короче, ну, говорит, телек древний, смотрите. Телефон Сереги в бокс. Показывает. Так, брат открытый, значит, он на месте. А может, можно как-то разрешение, наверное, выставить? Да нет, ну, может быть, можно больше, да. То есть мы еще не разбирались. Так, короче, ну, вот на коленке сейчас, только. Сейчас фэм, что-то настройки. В боксе, не знаю, о, хороший, тут что-то еще есть там. Вот, пацаны, на а, вон он про что, я думаю, как же так оно? Угу. RGB что-то есть еще, ё-моё. Вот Серегин, ящичек. Ну, короче, будем разбираться, устройство прикольное. То есть, если у кого-то есть такие старые древние телики, подрубаешь. А, ну, качество можно включить здесь, где-то внизу, да, есть? Так, YouTube, есть, вот он, да? Вот он, вот. Нет, параметры, ну, возможно. Вот другие, подожди-ка. Вот, качество, вот, подожди. Ну-ка, давай поставим по... Давай поставим... Ну, сейчас просто может интернет не вывозить. Нет, ну, проверим, ради интереса, проверим, давай, проверим. Ну, посмотрим, как он тянет. Допустим, компьютер сейчас не тянет, в гараже сидим. Ну, гаражей, Wi-Fi и может еще ну, если здесь Wi-Fi 5G поддержка там идет, у тебя, может, модем тоже там современный стоит? Роутер. Ну, это роутер. Тебе тянет максималку. Шинку тянет, ну, что-то, может быть, не тянет интернет. Сейчас буфер накидает, может, уже. Не, ну, короче, устройство в любом случае работает, прикольно. Звук идет, видео стало. Да. Ну, вечер там мои еще девчонки, может, наверху что-то смотрят там сегодня сейчас гости. Подзакидает чем-нибудь. Машины, еще видишь, блок питания стоит липнский, может, что-то пометить. Сигнализацию поставил. Греется. Греется. Выгонять будет. Ну-ка обратно сделай. Он тоже. Потому что ты задрал больше, чем телек поддерживает разрешение. Вон, подожди. Телек идет HD, а ты Full HD врубил, может, он поэтому тупит. Телек не поддерживает, да? Да, меньше, чуть-чуть хотя бы. Ну, тут и телек такое разрешение может плохо держит, и получается. Телека, вот 720. У телека я пиксели вижу даже. 720 хотя бы. Ну и интернет может быть вечером. Говорю, там еще девчонки наверху сидят, может, там мультики там смотрят. Там все, короче, качают, все устройства подключены. Может, поэтому еще. Какой-то еще фон такой, звук такой, что-то такое булькает. Телек такой, шанс. А, точно. Ну, смысл на R2, да? Шансис. Ну, все четенько, что. С Димоном хотят попробовать там стартануть. Вот на авторежиме работал как бы нормально. Ну да. Не, вот ты поднял. Ну, ну в общем, да, короче, разберемся. В любом случае, устройство хотя бы работает. До этого включали другое. Да, кстати, да, в комплекте еще обычный пульт идет. Да, серый разберется дома. Материал, может быть, кому-то интересно будет, притащит еще в гараж опять. Посидим, пощелкаем. А ну-ка давай вообще просто другое видео вруби. Пожалуйста, канал поставить. Да нет, ну-ка давай, вруби что-нибудь другое просто. Стоп, ну не этих сейчас. Ну а что, да, ну животное, допустим. Ну. Ну, вот, горы. Смотрите. Очень трудное место для жизни. Там, особенно ближе к вершинам, постоянно что-то дует от чего-то, короче, зависит. Ветры, воздух разрежен. Кстати, до этого заходили, писали, что сервисы Google недоступны. Неудивительно, что обитающие может быть, что-то с интернетом обладают большой выносливостью и целым рядом сколько других выдающихся камер. Сколько стоит? Вот видишь, 720 тянет, да? Давай поставим 1080, проверим, что получится. Сейчас включим, 4К включит.
2 миллиона просмотров Пандора. Да что за Пандора? Да ты поменьше называл еще, то сейчас потом забанят. Качество, еще. Позволяющих им адаптироваться к столь суровому. Роман подумал, короче, что-то, видите, подгрузил, может, буфер или что. Пандора, вот он. Что-то это уже мы уже снимаем, да, сейчас потом скажут, вы что-то наснимали, да? Приходилось видеть фотографии, на которых. Картинка четкая, видите, да, даже на старом теле. Чудесным образом стоящие когда почти снято, на вертикальных скалах. Эти представители фауны, короче, с густым мехом и роскошными прикольное устройство. Горные козлы, рот из отряда жвачки.